На кадрах вы можете видеть телекинез – бесконтактное перемещение предметов. В данном случае мы проводим эксперименты с пластиком, пластиковый шарик, мячиком, прорезиненный мячик и с железной банкой. Сбудутся мечты и зацветут сады весной. Сбудутся мечты, в них засмеются дети. Сбудутся мечты, счастливой будешь ты со мной. Время тьмы прошло, рассвет с улыбкой вместе встретим. Сбудутся мечты в полях цветущих трав. Сбудутся мечты, в них тишина дубра. Сбудутся мечты, и зазвенит копель. Сбудутся мечты, ты только в них поверь. Сбудутся мечты, и на любой вопрос ответ. Тот всегда найдет, кто неустанно ищет. И к своей мечте всегда лишь тот дойдет, кто ей верен был и шел с улыбкой к ней навстречу. Сбудутся мечты в полях цветущих трав. Сбудутся мечты, в них тишина дубра. Сбудутся мечты, и зазвенит копель. Сбудутся мечты, ты только в них поверь. Способность двигать предметы не зависит от материала, она зависит от габарита предмета. Чем больше размер, тем легче его перемещать. Обучение телекинезу дается в условиях семинаров. Наука и практика. Звоните и записывайтесь.